Друзья, всем привет! Нам государство на рождение ребенка сделало подарок. Это бэби-бокс. Я в предыдущем видео говорил, что его выдают прямо в роддоме. И сейчас мы сделаем обзор, что же в этом бэби-боксе есть на самом деле. Да, для позитивно настроенных людей не надо меня критиковать. Я выгляжу уже как эта мама, как женщина в декрете, соответствующей прической, стопом для кормления и со всеми атрибутами. Поэтому, ну, как бы, будем рассматривать, что нам тут государство наше подарило. Лучше подарило 110 тысяч, которые обещали с января месяца. Немножко попозже. Смотрите, вот так он выглядит, такая большая коробка. Его там распаковывают в роддоме. Ну, срезают полиэтилен, потому что здесь вот такой лист, это перечень того, что находится в этом бэби-боксе. И здесь в роддоме должны заполнить, ну, там, кто получатель. И один экземпляр остается в роддоме, а один отдается родителям. Ну, это как акт приемки передачи. Ну, типа такого. Что это? 9 факторов продувания грудью. Угу. Ну, понятно, откуда. А, тут и блокнотик. Блокнотик. Показал тебе вот. Ну, какие-то... Это, наверное... Рекламные какие-то буклеты. Да. Теперь что это у нас, Лен? Это, наверное, одеялка, да, какое-то? Да, детская одеялка. Ну, слушайте, еще. Неплохое. Очень даже как бы и неплохо, собственно говоря. Неплохое. Ну, размер в детскую кроватку. Угу. Ну, вообще, как бы, ну, это уже от 2 лет такое. Ну, ну, в любом случае пригодится. Вот какие-то игрушки, погремушки. Что-то, ну, целый пакетик грузовик такого. Грузовик какой-то. Игрушка бряскальца. Ну, как бы... Ну, сейчас распаковывать не будем, смотреть, какого оно там качества, но так, вроде бы. Ну, что у нас дальше? Украина, изготовлена. А это все Украина, видишь? Угу. Какая-то фирма Линда. Щитка для волос из грибенца. Ага, веком видаля месяцев. Ну, как бы... Полезная. Угу. Дальше вот... Что это, молокоотсос? Белла. Нет, ой, это, наверное... Нет, это грудные накладки. Слушайте, это вещь. Потому те, что... которые я вчера покупала. Ну, в Джонсонс, да. О, супер, как бы. Ну, если бы я знала, что они здесь есть, мы бы не покупали. Так, что у нас дальше? У нас памперсы. Двоечка. Ну, 24 еще... штучки. Прости. Единичка. 26 штучек. Угу. Ну, да, смотрите, 4 пачки памперсов. 4 упаковки памперсов, ну, 1-2 еще... размера. Еще вот одна двоечка. Двоечка, и вот еще одна двоечка. Ну, как бы, неплохо. Ну, да, сэкономили. Это что такое? Это для женщин после прокладки, после родовой. Такая упаковка. Ну, вот так вот. Это нужно. Что такое? Ну, это то же самое. Как-то мы акцент не делаем на это. Так, вот это. Смотри, то, что мы покупали. Ну, у меня просто получше качество. Ну, в принципе, знаете, имеет право, если там... Это какие-то крема. Ну, вот. Подгузник, наверное. Еще вот что-то. Крем для застосывания. Загоение соски, ага. Градусник. Градусник для воды, градусник для ребеночка, ножницы, ну, такое. Ножнички. И, кстати, вот носочки. Сейчас мы их вкинем в стирочку, потому что носочки, ну, они всегда нужны. А, ну, достань, посмотрим. Ну, туда. Наши украинские, наверное, обычные. Не знаю, не махровые. Давайте попробуем. А, не, они обычные, я не буду их стирать. Они холодненькие. Нам они сейчас пока... Это, ну, весной. Дальше. Так, теперь что у нас еще? Вот такой... Одеяльце. А, я думала, это как пледик какой-то. А, ну или пледик, или одеяльце. Слушайте, ковдра бавовняна. Ну, тоже слушайте, неплохо. Летом можно что-то вообще там приятно. Ребенка. Неплохо. Да. Так, что у нас дальше? О, это, наверное, конверт для купания. Ну, после купания, да, вернее, с уголочком. Да. А у нас есть. Да, мы купили. А ну, разверни, покажем. Ну, вот так как бы. Да, так вот, да. Ребеночку сюда на голову, так заворачивается.
Ну, слушайте, кстати, качество хорошее, будет хорошо впитывать, поэтому why not? Почему же и нет? Есть. Дальше что у нас? Это Плюшки. пеленочки, да? Да, это пеленки хлопковые, да, вы думаете? Ну, это Мягенькие, тепленькие. мягенькие. Ну, можно постирать и пользоваться. Две штучки. Ну, Держи. да, ничего, я их постираю и пользоваться. Дальше у нас... Тоненькие, да, наверное, Да, наверное, какие-то. а ну разверни, посмотрим. Тоже пеленочки, Да, да? это знаете какие? Это муслиновые, те, которые как марлия. Это вот на лето особенно хорошо. Смотрите, ну, только они маленького размера, конечно. Вот, Пригодятся. они очень, да, Пригодятся. трудоблещущие муслинчики. Так, что еще? Это Это, вы знаете, что домашний это кекс. влагостойкая, Да, нет, пелюшка влагостойкая. влагостойкая, это там на пеленальный столик, еще У куда-то, нас куда вы, тоже есть. Но да. мы не знали, что у нас это будет. Не, ну мы готовились, как бы, вы же понимаете, откуда мы знаем, что в том Да. бэби-боксе. Вот, а тут, как бы, вот у нас это и Угу. самое, это на пеленальный, либо можно подстелить куда там, надо. Колясочку, я не знаю, тоже. Это, наверное, постельное белье. Комплекте. А ну-ка развернем. Да, мне кажется, это вот постелька под вот ту одеялку, это Да. пододеяльничек. Нет, это простынь. Нет, пододеяльник. Смотри, с дырочкой. Ага, понял. Да, пододеяльник. Что только по... А, ну под одеяло получается все. Вот наволочки получается, да, или А что что это? оно не в комплекте? Ну, Не это же вот, должны быть с а, ну может мешками. это, не, Пеленки? это не наволочки, это пеленки тоже. О, Господи, какой он огромный этот бокс, Ну это куда нам это ставить? складывать некуда. Да, у нас в квартире же еще ничего не сделано, чтобы там были какие-то места для хранения. А в этой квартире, где мы живем, там вообще Ну, трэш. мало места очень для Для хранения. хранения, ну, именно для хранения не придумано. Так, Хлопок. еще одна такая же. Это что такое? Это конверт. Конверт, смотрите. Слушайте, друзья, ну на самом деле, кто как бы стеснен в средствах, либо ну как-то это, Неплохой. почему нет? Ну И здесь почему внутри нет? теплый, смотрите. Ну да, он утепленный. Неплохо. И тут, Ну, смотри, тут на ножки можно. Помнишь, да, как мы искали? он трансформер. Не, Но мы такой мы не не искали, мы хотели, такой нам не предлагали. хотели. Здесь трансформеры, с него делаются как комбезик с Да. ножками. Есть. Это что у нас? Это Слюнявчик слюнявчики. и шапочка. Ага, ну, как бы. Слюнявчик, шапочка. Вот, конечно. Шампунь. Шампунь, мыло и И мочалочка, или что это рукавичка, такое? да. Да, мыло. И это рукавичка, мойте ребеночка. Да. Для чутливой шкіри, ліндо, без парабенів. Ну, я предпочитаю чика. Фагни. Хаггис, это эти салфетки Салфетки. влажные, все это мы выложим, они нам пригодятся. А это целый пакет, я не знаю, чего это. Это вот эти бодики должны быть какие-то. Или эти европеленки. Боже, сколько много. Давай его распакуем, посмотрим, что это такое. А вот и развивающие пудры. Сейчас мы посмотрим. Да, друзья, смотрите здесь. А, ну это человечек. Ну, это такое побольше уже, да? У нас еще Здесь крас... мне непонятно, какой размер. Ну, в общем, короче, он тонкий. Это может на лето что-то Нам он такое. как раз будет на лето. Здесь должны быть пеленочки кокон. Не, нет, это такой человечек. Это, ну, кокон Вот эти это оно, очень. наверное, Лен. А, вот это, да? Угу. Ну, как бы расцветочка такое себе. Ну, ничего. Ну, знаете, это Нет, тоже. тоже. А, это еще больше. Они, Да. наверное, тут на разный возраст. Там есть в вот этом перечне, в бумажке, в этой, то, что я вначале показывала, там есть по размерам. Да, все человечки. Все человечки, все разного Все разных размера. размеров. Ну, слушай, летом Пригодится. дома, на Да. крыше,
Да, смотрите, 62-й размер, да, ну это, блин, 68-й. Ну, и на вот вырост. Это, наверное, да, 50. На вырост. Так, теперь у нас... Да, ну, это коврик, колымок. Ага, с дугами, это подвесными игрушками. Это такое, как развивающий. Ой, все. Это же дуги, да, это... вот для того, чтобы обезьяна повесить. Да. Не, ну почему? Все как бы. И вот матрасик, который, я не знаю. Это, наверное, здесь и стелится. Ну, в кровать. А. Нет, здесь стелится вот эта штучка, да. А это матрасик там в кроватку, наверное, ну это просто поролоновый. Поролоновый, да, просто. Просто поролоновый матрасик. Я ж не знаю, в коляску ж такой не влезет. Ну это большой, да. Ну вот, как бы такой поролоновый матрасик. Можно там где-то на пол. Ну да, если будет там сидеть ребенок или еще что-то подстелил. Ну вот и все. В общем, как-то так. Ну, много полезного. Те же памперсы, те же там накладки, салфетки, да, моющие. Там те же пеленки какие-то. Давай. Те же пеленки, одеяло. Это надо помогать. Вот так. Ну, в общем, друзья, как-то так. Ну, раньше ж и вообще ж ничего не было. Вообще ничего не было, да. Государству. Хотя лучше бы они приняли закон про 110 тысяч. Ну, ты же будешь складывать, это же не да. Друзья, ну вот так выглядит бэби-бокс. Вот его начинка. Может, кому-то было бы кому-то интересно. Да, он тяжелый, объемный. Как бы его нужно забирать заранее. Не в тот день, когда вы забираете женщину из роддома с ребенком. Его нужно забирать накануне, потому что он тупо в багажник, ну, не всем поместится. То есть да. Его надо везти в салоне. Поэтому, ну, как бы... Ну, вообще много полезного. Поэтому спасибо. Спасибо государству. За наше счастливое детство. Все, всем пока.